Завидую я вам, приезжим. Кошмарные сны-то мучают только местных. Да, с тех пор, как несколько зим тому назад умерла мама, пою песни и помогаю обслуживать гостей, когда есть время. Меня учила мать, она была бардом из коллегии Солитьюда. Говорят, они принимают многих из тех, кто хочет к ним поступить, если, конечно, тебе это интересно. Конечно. Чем могу служить? О, отличная история, но кровавая. Если хочешь, спою. Жил-да был Рагнар рыжий героем. Он слыл, как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, выжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Или хочешь выпить? Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, поник. Он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь, с нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенел. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Прости, если покажется, что мой отец немного не в себе. Тут многое произошло. Конечно. Чем могу служить? Да. Герой, он бесстрашный, он непобедим. Так слушайте, норды, о славе его. Лишь кинешь ты клич, и придет Давакин. Коль вера сильна, а честь прежде всего. Изгонит он зло и врагов победит. То сквозь адское пекло пройдет невредим. Доблесть его небеса озарит. Наш герой, наш защитник, о, Давакин. Ищешь ночлег? Не волнуйся. Кошмары мучают только нас, коренных жителей. Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может изменить твое лицо. Заставить тебя выглядеть совершенно иначе. Ты в это веришь? Всем в городе известна черная дверь. И то, что от нее нужно держаться подальше. Может, еще свидимся. Что беспокоит тебя, дочь моя? Да? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности, но, боюсь, я мало что могу для них сделать. Эти сны — видения, созданные владычицей Даэдра Верминой. Она пожирает наши воспоминания, а взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьезную болезнь. Я должен сорвать ее путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Мне нужно вернуться к источнику проблемы, храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Данстар от кошмаров. Я понимаю твои сомнения. Доверие — редкостное сокровище в наши дни. Я могу только дать тебе слово жреца Мары, что намерения мои чисты. Чудесно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Данстара. Идем, нужно спешить.
Фермина обитает в странном царстве под названием Трясина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Кто знает, может, она коллекционирует их и выставляет в магической галерее как предметы безумного искусства. Как бы то ни было, ее намерения отнюдь не благие. Обещаю, я отвечу на все твои вопросы. Иди за мной. Я работаю в шахте, как и все. Вот сколько ни пью, а все одно толком выспаться не могу. Иди за мной. Сюда. Как приятно, наконец, действительно помочь этим людям. Я больше не могу беспомощно наблюдать их страдания. Наша цель – башня на том холме. Окрестные жители зовут ее Башней Рассвета. Я не знаком с историей башни. Но она довольно долго была заброшена, пока внутри не устроили храм призывателей ночи. Когда храм действовал, жрецы редко появлялись в Донстаре. Они предпочитали уединенную жизнь. Уже несколько десятилетий храм стоит заброшенным. Какая ирония, не так ли? Руины внутри руин. Я оборудовал небольшое святилище Мары в первом зале у входа. Я надеялся, что она не оставит меня духовным наставлением.
тебе нужно? Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем. Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары, так же, как теперь жителей Донстара. Нет. Зная, что им не одолеть орков, жрецы Вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы Вермины. Миазмы были созданы жрецами Вермины для их ритуалов. Это газ, который погружает жертв в глубокий сон. Поскольку ритуалы длились месяцами и даже годами, миазмы замедляли процесс старения. К сожалению, да. Чем дольше человек дышит миазмами, тем более страдает его разум. Те, кто долгое время подвергались их воздействию, полностью теряли рассудок. В некоторых случаях люди просто не просыпались. Когда мы войдем внутрь, все станет ясно. Всего пару минут, и я открою эту штуку. Теперь я покажу тебе источник кошмаров. Сюда. Узри череп порчи, источник горестей Донстара. Мы должны дойти до святая святых и разрушить его. Пошли, нельзя терять время.
Жрецы, должно быть, включили этот барьер, когда выпустили миазмы. Вообще-то невозможно. Интересно. Думаю, есть способ преодолеть барьер. Но я должен проверить их библиотеку и убедиться. Полагаю, уже нет смысла скрывать правду. Мои познания об этом храме происходят из личного опыта. Когда-то я был жрецом Вермины. Да, верно. Должен был. Но мне не хватило духу признаться. Когда на храм напали орки, я бежал. Бросил своих братьев и сестер умирать. Последние десятилетия я провел в раскаянии. Пытался искупить вину, служа Маре. И благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки. У меня все еще есть ключ от библиотеки. Как только приготовишься, мы пойдем. Предание гласит, что череп порчи вечно жаждет чужих воспоминаний. Черепы не касались так давно, что он, похоже, приобрел способность достигать сознания людей на расстоянии и питаться. Что именно он делает с воспоминаниями? Лишь гипотезы и догадки ученых и историков. Нужно спешить. Мы должны как можно скорее уничтожить череп. Когда-то в этой библиотеке было полно книг с заклинаниями. А теперь посмотрите, почти все сгорело. Надеюсь, нужная нам книга уцелела. Нас не остановят! Тут не было сомнений. Теперь, когда все на чистоту, давай найдем информацию, которая мне нужна. Мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием «Снахождение». На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Посмотри на полках, что на балконе, а я поищу на нижнем уровне.
мертвые. Убить их. Убить всех. Все-таки показалось. А дочь моя, чем я могу помочь? Дай-ка посмотрю.
Слава Маре! Есть способ пройти сквозь барьер во внутреннее святилище. Нам поможет жидкость под названием Апатия Вермины. Да, апатия позволяет жрецам Вермины ходить по снам. С помощью снов они могут попасть в места, недоступные нам в реальном мире. Да-да, поразительно. Алхимия и благословение богини слились в материальную жидкость. Правда, мне пока не приходилось видеть ее в деле. Я жрец Мары. На меня эликсир не подействует. Апатия работает только для жрецов Вермины и Мирян. По-моему, в восточном крыле есть лаборатория. Возможно, там мы найдем образец. Ты увидишь чужие воспоминания своими глазами и почувствуешь своим телом. Окружающие воспримут тебя как обычную сущность, а ты будешь произносить чужие слова. Из-за этих странных принципов ученые не могут решить, действительно ли это сон, или это какие-то проявления Вермины. Я буду следить за тобой и охранять тебя, пока ты будешь спать. Если я замечу, что что-то пошло не так, я тебя разбужу. Я не знаю, когда именно снохождение может завершиться. Возможно, когда Вермина насытит свое любопытство. С ними покончено. Теперь нужно найти апатию. Отлично. Я боялся, ты не знаешь, что именно искать. Удивительно, что тебе удалось найти нетронутую бутыль. Такое ощущение, будто здесь бушевали орки. Что ж, я привел нас сюда, но тебе предстоит вести нас остаток пути. Пей. Судьба Данстара зависит от этой маленькой бутылочки. Чем дольше мы ждем, тем больше вреда Вермина причиняет невинным людям. Я понимаю твои сомнения, но обещаю, что это сработает. Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. Брат Верен, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Но, брат... У нас нет выхода. Такова воля Вермины. Ну а ты, брат Казимир, готов ты исполнить волю Вермины? Тогда решено. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Брат Торек, мы должны остаться и защищать череп ценой жизни, если придется. Согласен. До смерти. Да будет так. Прощайте, братья. Только глупец может бороться со мной. Никому не побить можно. Молись Эндеру, пока можно. Thank you.
сработало! Слава Маре! Твое тело исчезло, а потом материализовалось на другой стороне. Такого мне еще видеть не доводилось. Я тебе завидую. Могу представить, как это захватывающе — видеть историю чужими глазами. Мне остается лишь читать об этих чудесах в процессе исследования черепа. Верно. Мои воспоминания о коварстве Вермины не должны отвратить тебя от твоего задания. Прошу прощения. Впереди внутреннее святилище. Мы должны добраться до черепа и положить конец несчастьям Данстара. Веди, друг мой. Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его.
Торек, вы живы? Разочарован, Казимир. Я больше не ношу это имя. Я Эрандур, жрец Мары. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Убью! Это наказание за мое прошлое? Мара, так ты караешь меня? Нет, не слушай их. От них исходит лишь ложь и обман. Если бы мы помогли им освободить череп, они бы обрушили хаос на Скайрим. Они должны были умереть. Пора. Череп нужно уничтожить. Отойди немного. Я проведу ритуал, данный мне госпожой Марой. Сначала снимем барьер заклинания. К тебе взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя? Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур вернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом! Вермина приказывает тебе.
Я твой меч и твой щит.
Ты в последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте. Погляди. Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. Олфрид, покровитель великого клана Сыновей. Талос непогрешимый, Талос неоспоримый. Ты здесь, чтобы услышать слово Талоса. Приветствую. Раз ты ищешь знания о могущественном Талосе, я с радостью тебе помогу. В своей смертной жизни Талос был нордом и славился как великий тактик, мудрец и человек, что мог читать в сердцах людей. Талос смог овладеть силой голоса и с его помощью объединил все земли людей в единую империю. В южных землях он был известен под именем Тайбер Септим. Здесь, в Скайриме, мы зовем его истинным нордским именем. Он был столь велик, что когда оказался на небесах, сами боги избрали его правителем. Если хочешь узнать больше, то можешь найти множество книг по этой теме. Потому что так называемый император – трус. Да-да, трус. Он запретил поклонение Талосу, убоявшись Альдмерского меча. Они называют это конкордат белого золота. А я называю это богохульством. Нет такой цены, за которую истинный сын империи отвернулся бы от своего величайшего героя. Я кое-что тебе скажу. Сиродил отсюда очень далеко. А в Скайриме мы никогда не забудем великого Талоса. Пусть попробую. Я никого не боюсь. Талос мой союзник, а я его пророк. Его слова в моих устах, а голос в моем горле. Мы жалкие черви, ползающие в грязи нашего разврата. А ты... Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Погляди. Не теряй бдительности. Добро пожаловать в дом воительницы. У нас и мелкое оружие есть, если надо. Только лучшее оружие и броня. С тобой приятно иметь дело.
Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Тогда пой... Что-нибудь приглянется. Добро пожаловать в дом воительницы. Клинки, шлемы, практически все необходимое. С тобой приятно иметь дело. Эти серые гривы в Обливион провалились. Распутались с братьями. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Все продается, дружок. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Заходи еще. В детстве мы с Авельстейном Серой Гривой дружили. Но если я увижу этого предателя, личный... У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Тебя ждут микстуры, мази, припарки и зелья. Смотри, сколько душе угодно. У меня есть средства от всех болезней, простых и не очень. Если чем могу помочь, говори. Thank you.
припарки и зелья. Смотри, сколько душе угодно. Если какая помощь нужна, хочешь? Если какая помощь нужна, только шепни. Я торгую лекарством от всех бед. С радостью помогу, чем смогу. Тебя ждут микстуры, мази, припарки и зелья. Смотри, сколько душе угодно. Вид у тебя бледноватый. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Если потребуются лекарства, извини мою наглость, но, по-моему, у тебя все признаки гремучки. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. Значит, ты алхимик. Прощай. Хочешь чего прикупить? У меня есть.
Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что... Вид у тебя бледноватый. Погляди. Если потребуется лекарство, ты знаешь, где меня найти. Лучше держи. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Все продается, дружок, все. Да, немного того, немного всего. Заходи еще. Знаешь, в чем сейчас проблема Скайрима? Все только и думают, что... Ты что смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Я с кем хочешь могу драться. С парнями, девчонками, с собакой. Thank you.
кузнец в Вайтране. Этот титул за Йормундом Серой Гривой. А его стали легенды ходят. Я прошу дать мне шанс. Не доводилось встречаться с моим... Я помогаю отцу куда больше, чем люди думают. Да все, что доброму воину нужно. Если что понадобится, загляни в магазин.